Здравствуйте, драгоценные мои друзья. Наше тело, наш разум, наша душа универсальны. Но мы всегда ищем опору вовне, помощь вовне. Если у нас что-то, мы заболеваем, если мы попадаем в какую-то ситуацию, мы все рассчитываем на помощь, да, что придут на МЧС, придет там на помощь полиция, придет на помощь, ну, не знаю, медики, ну, в зависимости от ситуации, да, родственники придут, добрые-добрые родственники. Но, драгоценные мои друзья, это самая большая ошибка, да, вот, рассчитывать на кого-то или на что-то. Рассчитывать на какие-то инструменты, на какие-то, к примеру, на деньги, на финансы. С одной стороны, все правильно, да, у вас есть инструменты, вы с ними работаете. Но с другой стороны, инструмент делает вас слабым. Вы привыкаете, что не вы, вы передаете свои полномочия кому-то. И в конце концов, в общем-то, в конце жизни человек все полномочия раздает всем. Да, вот там, и становится немощным. Потому что если вы рассчитываете, вот ежедневно внутренние ощущения рассчитываете только на себя, вот просыпаетесь, понимаете, да, вам могут помогать, вам может помочь там, я не знаю, там, ваша машина куда-то доехать, какой-то инструмент, чтобы что-то сделать, ваши деньги, чтобы что-то купить, да, но когда вот именно внутренняя настройка здесь важна, это не значит, что вы должны отказаться от всего и от всех, нет, внутренняя настройка у вас всегда должен быть приоритет, ваша душа, вы, опора на душу, вот это важный фактор, чтобы, что бы ни произошло, вы готовы. Готовы ко всему. Вот эта внутренняя готовность делает вас сильнее. Она, вот этот ваш ресурс, ваша душа, это то, что каждый день, ежесекундно подсоединено к общему информационному полю. То есть на самом деле, опираясь на свою душу, вы опираетесь на Вселенную. Опираясь на что-то внешнее, на людей, на какие-то, ну, на все, на приборы, на организации, вы опираетесь на иллюзорный мир. Вот такая дуальность, да, что кажется, что душа что-то иллюзорное, да, Вселенная, ну, что-то такое где-то там, да, где-то там, где-то здесь. А все твердое, да, вот шуршащие монеты, это купюры, да, там какой-то ваш телефон, ваш компьютер, все твердое, все надежное. На самом деле, вот эта вот дуальность и иллюзия, что все наоборот. Все наоборот. Весь мир – это иллюзия, друзья мои. Иллюзия. Хотя он твердый, да, иллюзия, но это не значит, что вы должны как бы бросаться лбом на стену и говорить, это иллюзия, я пройду насквозь. Нет, конечно. Для того, чтобы пройти насквозь, вам нужно действительно верить в свою душу. Тогда действительно вы можете пройти насквозь, вы можете переместиться, вы можете сделать все, что угодно. Тяжело это, да, вот тяжело осознать. Но как прийти к этому осознанию? Теоретически нормально, да, вы скажете, ну, вроде да, вроде гладко чешешь, да, гладко чешешь, а что мы с этим можем сделать? Но внутри себя, да, вот ежедневное осознание, когда вы встаете и понимаете, что вы как бы это не тело, вы это не ваш мир. В чем-то, знаете, если вы работаете с практикой дремы, когда вы просыпаетесь часто, вот как бы ваш разум включается, вы в какой-то момент можете даже осознать, думать, а кто я такой и где я нахожусь, да, вы можете даже не узнать вот то, что вы, где вы находитесь, у себя дома там или где-то там в гостях или еще что-то, и кто я, да, у вас сразу вот как некий такой элемент, как компьютер вы включаете или телефон, и он какое-то время грузится, да, там грузятся все вот эти программки и иконки, и в чем-то ваше тело, это тоже инструмент, вот грузится, вы просыпаетесь там, оп, кто я? Ага, там я там Иван Иванович, ага, ой, я тут живу в таком-то месте, у меня есть там жена, дети там, внучата, у меня там есть кот, который писает в тапки, у меня есть работа, у меня есть долги, кредиты, да, сразу все программки, все иконки всплывают в вашем сознании. Все, вы загрузились, мир стал твердым. Но, друзья мои, вот в этот момент, кстати, ну, это тема отдельного видео, как раз можно поменять настройки, да, то есть вы как бы не пользователь этого телефона, а вы можете научиться быть в настройках, да, вот в момент, когда вы переключаетесь, вы можете включиться и, ну, как бы, если у вас есть какая-то проблема, сбой вашей программы, вы можете
поменять, да, вы можете удалить программу. То есть вот момент дрема очень важный. Но об этом нам надо, наверное, отдельная тема для разговора. Ну, в общем, друзья мои, вот так вот кратко опора на душу. Вот каждый раз говорить себе: я не тело, я не разум, я вольный дух. И значит, я могу все. Вот, вот это важная тема, да, что я что-то делаю, но я опираюсь на душу, а не на инструмент, не на организацию, на человека и даже не на свое тело. Вот тогда эта осознанность начнет по капле приходить в вашу жизнь. Ладно, драгоценные мои друзья, нужно ехать в тайные места. Все, пока, счастливо.